будешь сейчас спам молотов, молотов, молотов? Нет. У меня такое ощущение, что рядом все враги, которые у меня были, кричат молотов, молотов, молотов. Погнали, что-то? Факс нет. Только факс поставил, нет? Поминал. А, я поставил, да, нет. Куриц. Почему у меня эти пыль? У меня тоже такое. Вон, на метке. 1200. Больше. А сейчас не нужно. Я сегодня бакс схватил, у меня вот эти вот гранаты и так далее, у меня там по нулям написано, предметы есть, их не отображают и пользоваться не могу. Ближайший подъем, планета, по-моему, то ли на вчера, то ли на сегодня, но пока перенесли. В этом пачке не больше будет, да, даже? Кто знает, посмотрим. Надежда есть, что... Нет, я не жалуюсь. Бывает, конечно, пару вещей я закрываю, там, в текстурах я закрываю. Рядом. Да, 3000. Что за дом такой? Стой. Так, у меня патроны есть, ящик с патронами. Так, вызывай посылку нам. Думаешь, надо? Надо. Патроны кому нужны, я где мой ящик-то? А, мой ящик с патронами кто-то взял, да? Нет, я не брал, я в другом месте был. Возьми этот ящик, может он тут в текстурах. Сейчас заберу. Патроны потеряли. Пал мне не нужен, ракет тоже не нужен. Вот, газон нужен. А никто не против, если я 556 заберу? Не. Забирай. Все, что здесь лежит, все твое. Спасибо. Так, давай бы палашки, может, возьмем? Можно, могу патронов взять, если что. Блин, где ты ящик? Я не знаю, где потерял. А, слушай, я его в магазин потерял. Я же этот взял, ящик. Вот он. Вот патроны вам. Скидываю. Тогда ЙОФ. У него есть Airstrike, я понял, ничего не буду покупать. Так, как у меня тогда у нас ДПЛА нам. А, у нас тоже ДПЛА. Есть один, да. Отберите пластинку тут еще. Спасибо за баблишко. Скиньте бабло, это ДПЛА возьму. Просто у меня этот слот занят, у меня я страйк нашел. Хочу его просто так выбросить. Ну что, проверим, где кто. Кто запускает? Ага. Я. Все уже запущено. Так, хорошо. Так, куда мы нам? Ну, я... Да, тоже думаю, что туда имеет смысл. И есть двое справа от нас. О, еще. Нет. Фигня с патронами. Крайних надо брать, либо левых, либо правых.
левых. Один спрыгнул, один спрыгнул с зданием. Посередине был просветился между зданиями. Да, слева, сейчас, слева, слева, запад. Слышу. Там, скорее всего. Moving! Что бейте нас справа, не закрываем. Да, они прямо у зоны. Не-не. Погнали. Ящики дурманят. Что там? Приличное выпало. Противогаз. А, ну неплохо. Ага. Да-да, они были далековато. Можем их, в принципе. Да, ну, один вот здесь светится, вот. Да-да-да, вижу. Не знаю, пальнуть ему в башню прям. Да, пальну ему в башню. Попробую. Один упал. По оранжевой метке. Да-да. На крышах они, что ли? Да. Его поднимают, дерьмо. Все, один был тут. Один был. Был. Там. Короче, проблемы я им замутил. Я их напугал чуть-чуть. Все. А их там, походу, поджимают. Опять под бар. Да, их сейчас подожму. Вижу, 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 вижу. Ребятушки. Ах. Бегают-то. Чисто на пометочку. Попал. Только плохо что-то попал. Если много, ты замыкаешь кого-то, скажи, я дам сразу туда этот. Хорошо. А так вот я сейчас был. Они прячутся по ту сторону крыши теперь. Да. А где они примерно? Левее, правее. А, вот спрыгнули. Спрыгнули. Второй. Всех там принимают, все, сейчас прямо. Машина. Жарко, что ли? Нам аккуратно, примерно где мы были, сзади с променад. На крышу вызвали. Okay. Ты их всех там видишь? I see movement. Ты по свету. Никого не подбил. Так, оставлю на ракету. Там, там. Не знаю, может к ним аккуратно поджаться. Ага, вон один. Да, да, к нему уже поджимаются. Да, да, да. Это два разных. Одни. Ага. Одни вот тут сидят. Сейчас, 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 одни оттуда. Вон на крыше. Стой, 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 не только на крыше. Одному в башню. Один упал. Его добили. Один ушел тут. Я страйкал туда. Давай. Упал. Так, я нажимаю на эту. Смотреть. Направить. Вот у нас двое справа. Давайте лучше правых. Подожмем их там двое, один справа, один слева. Забейте, эти пусть сами разбираются. Они туда уходят. Ну и все, пускай, давай вот сейчас справа здесь разберемся, который прям близко, если это не читак, конечно. Прям подожмем вдвоем, спокойненько. Я надеюсь, что это... Сейчас я туда C4 кину. Я чё забыл, почему не прыгает? По-моему, в доме. Да, в доме сидит.
Один упал. Че, а, что значит? Не-не, он не мог. В смысле? Один, он развалился. Берем магазин, сходим, а БПЛА возьму. Сейчас, сейчас. Который выше нас, да, магаз? Да, который выше, да. Бизон еще пойдет. Да. Может быть, не нравится, что за... Колотите. Я сейчас покупаю одну, запускаю и покупаю ее на запас. Прямо в нашу сторону смотрит. Вижу, вижу, вон он. Вон он бегает. Но не буду его стрелять, короче, вон. Да, они там вдвоем. Вот сюда можем сходить, тут нету никого. Не просвечивается никого. Да, можем. Там. Ага, они все на трейде. Там с посылками могут уже прямо стреляют. Вот. Так, либо может таргет взять, вот здесь лежит. Вот этот. Does anyone need this? Давай таргет лучше. Да, давай попробуем сосаться. А почему он пишет 350 метров? Что за 35. У меня вот я приближаюсь, он уже через 400 набрал. Тебе тут текстуры не падают или что? Objective is to eliminate the bounty target. На него магазин, скорее всего. Assault rifle here. Чё, пойдём? Ну, а, бля. Значит, мы подарим сейчас. Как они, в принципе, почти в проигрышном положении сейчас. Они убегают. Да, по зоне причем плохо. Ой, это за не сдали, займем. I'm moving. О, сейчас на винтовочку поставлю. Мажорные патроны. Не, они... А возвращаются они. Тогда надо готовиться принимать. Здесь не читаки. Они метаются, они где-то на крышах, скорее всего. Пока не вижу крыши. Они могут дом сбегать только. Не-не, я ничего не говорю, просто говорю, что ничего не видно. Ага, давай он уже. Опа. Погоди, погоди, пакет пойдем. Да-да-да. Вот, они сейчас тоже должны будут начать двигаться, они... Вон, они должны сейчас будут где-то здесь быть. А он же в зоне уже горит. Да, ну наполовину, значит где-то они либо прям на крыше, либо они сейчас прямо вот здесь выйдут. Спрыгнули. Да-да, значит канал возможно. Они сверху... Не, он сверху тут стреляет еще. Двое-двое. Да. Да-да-да, вверх. Есть кто-то, вот там прям видел оттуда стрельба. Погодите, можно вот здесь подняться. Трое, их трое, 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 225 метров самое. Дай, погодите, не идите, дайте я попробую здесь подняться сейчас со стороны. Может получится на них увидеть. 30 секунд и 7 метров. Я понял. 30 секунд. Ну попробую. Если что, уже будет проблемы у них достаточно. Где вы, где вы, где вы, урод? Ага. Один упал. Второй там. Moving! Зачем навестись? Они вот там сидят вдвоем. Ага, один убегает. Один справа поднялся, снайпер. Меня пробили хорошо. Ракета, это стрельчарок. Я моя, моя. Тяжелое ранение. Один упал вниз сейчас. Один вот здесь лежит. Все, 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 уходим, уходим, уходим. Зона. Это был контракт. Так у нас... Включай БПЛА. Да я убегу, меня не догонит. Я на всякий случай. О, сзади двое, двое еще сзади. Еще остались, елки-палки. Они прям зада... Вон они бегут, ё-моё! Один упал. Где второй? Накнулся. Team wiped, все. Уходим. Беги, ё-моё, не нужна эта винтовка. Пока ставь ее.
Очень плохо. Мы прям на. Я прям на апексе. Ёлки. Ё-моё, я сейчас, походу, кочурюсь. Ничего страшного, у меня еще это есть, шприцы. Они помогут. Шприцы ненадолго помогают, но вот. А, такой шприц. Да-да. Долго еще бежать, ё-моё. Не, это уже не поможет. Все, я ходячий труп. Еще есть шприц тут. Это наш. Ну там, а. А, шприц, да, да, спасибо. Блин, если я доживу... Машину садись, уходи. Там машина. Попробуем. Давай, давай. Нет. Вытащи меня. Вытащи меня отсюда, я не хочу умирать. Фу! Пиздец. Живи, живи. Там вообще на ниточке уехал. Да, я видел. Слишком близко для комфорта, я пока спрячусь. Так, главное сейчас спрятаться нормально, не так, как я это сделал. Пойдем к нему спрячемся. Спрыгнули слева, 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 слева. Павшик открылся. Все, погнали, дойдем уже до зоны хотя бы. А братья у тебя есть бластники? Да. Gas is moving in. New safe zone located. Так, у нас... О, у меня денег много, пойдемте вправо. Мне еще пластинки нужны, во. Вещички есть. Так, self-revive раз, UAV 2 и на пластине сейчас под расчет. Тысяча есть такого? Здесь 200, забирай. Я саморез возьму еще. У меня есть саморез и палаты, поэтому уже с тобой не подраться. Сейчас, чтобы нам надо как-то стадион подходить. Слева, слева еще слева это где-то запад. Они там на крыше сидят. Пойдем в зону вообще, не будем повторять ошибку. Да, пойдем. Спереди, спереди, вон они двое. Смотрите, там здесь. Подлетают. Контакт! Нам слева обойти, да? Вот этот стадион. Слева мы задолбаемся, может справа. Там. Справа. Они уезжают справа. Сразу в машине. Еще двое. Еще трое летит. Третий сразу. Попробую сразу принять. Нет, не получилось. В спину к ним. Опа. Зона, зона, ребята, зона. Вижу, вижу. Так, клапка. Поднимайтесь сами. Они подходят. Сука, они прям здесь. Один прямо чуть дальше, метров 50, и один слева прям сидит. Один упал. И что там-то? Слева, 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 забегайте, yes, рашки. Да, вот здесь я сижу. Все, сдохли. Здесь надо уйти, 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 ребята, ребята. Да-да-да, пластинки, зону, и уходим. Зону, 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 зону. Пять, да что такое? А, там... Газовая маска. Я попробую запускаю. Наверху на крыше на вертолете. Это хуево на самом деле. Я надеюсь, что зона не туда будет смещаться. Слушайте, думаю, дайте подумать быстренько. Вот тогда направо сразу переходим сейчас и. Оп, на стороне. Он упал, он умер, всё. Развалился полностью, да? Да-да-да-да-да, всё, ну да, погнали, сейчас перейдем этим троем сзади, тихо. Или громко, но быстро. Там нет, случайно, противогаза или чего-нибудь полезного? А, там лежало сзади. Вертик. Кого-то вызвали. Кстати, где он развалился? Да вот. Блин. Всё, бы нахер, короче, его. Прижимаемся сюда и потом смотрим сюда. Там наша цель как раз, они... вон они как 300, раз. 300 есть у кого-то? Дайте мне 300, пожалуйста. 300, 300, 300, 300, 300, 300. Да, да, да. Говорите, когда попало включать. Я тоже купил аппарат. Если... Первый, так это я потом. У меня, в принципе, тоже... Ладно, пофигу. Метки, вы не знали, у нас еще цель... А, 20 секунд, цель висит прямо. Он немножко отошел к мосту. Мне кажется, они нас бейтят. А, не здесь, в упоре у нас чувак. Вижу, вижу, вижу. Видел, пошла. Не жмите особо их.
Не жмите, по центру. Хорошая позиция. Пускай. Я пока не вижу, у меня термал, не вижу. Во-во-во. Зона. Зона, да, подходит. Дай бы было. Давай. А справа, блин, мы сейчас в бутере окажемся. Тихо-тихо-тихо, не штурмуйте, не стреляйте особо. Сейчас впереди, да, все, уже впереди работаем, да? Где он, я что-то... Не знаю, я прям через кусты. Да, вижу, но один упал. Их двое. Вот там вот были где-то. Да-да. Именно там. Gas is moving in. New safe zone located. Сверху, сверху поднимает. Один добили. Здесь совсем высоко не поднимается. Теперь поднимается. Так бы права. Repress, we can't fly over. Да, сейчас UAV высоко поднимется. Сейчас, по возможности, тут вот тут... Правее там... тоже есть тело. Я знаю, но надо... Хорошо, блин, да что такое? Я сам подъемку делаю, добивать его. Черт подери, надо... Добили? Он еще живой. Добили, добили. Снизу, снизу, снизу. Выходим, у кого пластина, все хорошо. Надо эту, магаза, два. Там сидят снизу, давай. Сейчас я магаз попробую этот... Один упал. Нет, он один. Надо его добить. На углу. Там, воткнул одного еще. Надо подойти, подойдем, все, подойдем, все, подойдем. Идем, идем, бежим, бежим. Они, скорее всего, свой мотив. Да. Они поднимают. Здесь левка. Один внутри. Еще один. Прямо здесь. Окей, I'm got you. Поднимаем. Так, я пойду самохил быстренько куплю. Зона, да. Зона, зона, пойдемте. Подвале, подвале, подвале заходим. В смысле в подвале? Там можно уйти, что ли? А, тут, тут, да. Тупик, тупик, тут. Тут тупик. Ходите, а тут быстренько. Блин, газовую маску не успел купить, обидно. Я прилажу, я сверху смогу. Справа у нас один тело. Надо добить. Вот где-то здесь. Да-да. Дарашним все вместе, он внутри сидит, я уверен. Нет, а, он не выйдет, внутри. Пацаны, он не выйдет. Его можно просто... Я еще лежу, мне если что, поднимите так. Я не хочу. Давайте самочу. Там пластина один, у него есть? Два, тут все, шесть тела. Трое остались. Пластины так. Бери, пять, пластины бери. Раз, два. Дайте, дайте, одну дайте, дайте. О, все, подходим. Надо, да, надо забраться. Пластину. Тихо, тихо, сейчас спокойненько. Пластину. Мы остались, собственно говоря, пластины. Все. Все, спасибо. Сейчас, 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 тихо, спокойненько, подходим. Здание, они сидят, здание, в этой здании. Во-во-во. Один упал. Все. Не упал еще, не упал, бронька. Нет, я обнутал. Подходим чуть ближе. А он упал сюда. Все. Тихо, 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 тихо. У кого-нибудь есть еще что-нибудь полезное? Аэрстрайк. Бля, они не могут быть далеко сейчас. Они либо в этой подворотне, только не рашьте их. Пока не надо. Слева, вот там они. Блин. Тогда надо туда аэрстрайк. Вот туда, сейчас. Спокойно. Не близко уже. Кидай, кидай. Сюда. Забрал, второго забрал, все. Ух! Молодец. Справа. Много двоек играло против нас. Тройки, тройки, двойки, двойки, двойки. Ну, очень много двоек. Вон у тебя 39 тела здесь или 110 складов или наоборот, или 19 тел. 10 складов. Смотрим отчеты и вырублю сейчас. Плохо.
Ладно, еще один бой сыграем, я спать пойду. Ну, если длинный бой один. Если вначале... Да, если нас сейчас расложат, можно и два. Так, а мы, у нас полный склад, а то у меня опять только двое показываются. А, ну, лидер команды ищет бой, мне написано. Да. Я вообще один иду. Может, кого-то выкинул, погоди. Ну-ка, отмени факт. Да, и ты так, я тебя не вижу, подожди. Покинуть лобби. Оп. Ой, теперь появился. Меня забаговало, походу. Ну-ка, подожди. Что, позвать тебе 5-7? Подключение к серверу невозможно, игра приостановлена. Это да, это вот как у меня было в прошлый раз. А перезапускай игру. А подожди, я покину плейбер. Понял. Ну, так, а она не выходит. Она не выходит. А, нахуй. В другом закроем ее. Ты вообще подвис как-то. Да, не торопись. О. Сейчас через диспетчер задачу приду, смысл закрывать. Соединение. Соединение. Что, долг соединяет? У меня тоже такое было в прошлый раз. О, получение сетевого профиля. Все, привоз.
что-то это лобби запустился прям со 105 людьми. Даже как-то странно. Че, народу уже не хватает, надоел. Уже этот Варзан. Как бы начинается. Мы его запускаем, и когда он меняется, когда он дома выходит. Это в начале особенно, когда требовалось там 6 человек, чтобы игра началась. Бесила эта тема. Люди там прям несколько минут сидели, ждали. Вот 14 секунд. Уже? Угу. 4 человека. Знаешь, как это бывает? Вот просто вот, когда люди вот сюда вот попадают, у кого лагает, вот начинают выходить. Блин, я только появился сразу в самолет. Я думаю, сам Бог велел на карьер пойти, честно говоря, опять. Сюда. Да? На лангер. Или на лангер. Как куда? Вот. Давайте карьером прям под этой будет. Полет может быть сразу. Давай, я задумал этот контракт надо зайти. А вдруг его кто-то из нас? Ну, может, они на нас дадут, по было. Ага, я к Факсу сразу. Факс у нас прям на крыше, он прыгнул. В бочке. Ау. Он у меня на бочке был? Ты его видишь? Сюда, походу, бежал за заходи. Так, стоп. Мы забрали с другой стороны. Ну тут другое еще есть тело. Поднимешь? Я пока что могу. Я без патрона, короче. Сразу входим к дому, пофигу. Вставляем все это тело. Перебегаем. Идем. Я отходим спокойненько вот туда дальше. 4 пистолета, еще что-то. Входим в сторону основного завода. Совсем. У нас у всех на нас шутили, вот поэтому надо бежать. Вот, нормально. Взяли, да. Легендарный ящик. Да. А где патрончик? Сейчас скину. Погнали дальше. Бежим. Нахер. Бежим. Факс, погнали. Сюда. Я тебе сейчас по дороге скину. Беги за мной. Ага, ну ладно, пойдем с потратить. Ох. Они поджимают нас, бегут за нами. Надо их, короче, принимать где-то. Нет, они отстали, все. Чуть-чуть. Но они ненадолго отстали, я должен сразу сказать. Когда вот. Вряд ли они пойдут. Потому что мы у них одного забрали. Все равно. Все возможно. Надо их скидывать, если что. Это да. У нас тут тоже контракт, что не возьмем. Да. А вот теперь мы в выигрыше. Кстати. Мы можем их здесь спокойно принять, только окна надо занять сразу. Сейчас супер-пупер.
Они с кем-то закусились. Все. Халявные бабки. А, ну это были не они. Да. Там, значит, мы мимо еще кого-то пробежали. А, да, который, значит, еще другие. Вон, вижу. Moving. Другие на нас охотятся еще какие-то. Да-да. Кто-то смотрит гараж? Этот зеленый. Потому что я пока на дорогу смотрю, никого не вижу, что перебегали. Тут про это, который здесь синий метка? А, да. Да, я смотрю. Все. Trophy system deployed. Вот. 8 секунд мы в зоне, да? О, там далеко видели. I see movement. Секунду, потом можем. Да-да. Все. Их убили, что ли? Ну, походу убили. Нормально. Тогда возникает еще один вопрос. Что, сюда пойдем? Anything you need, go see that vendor. А надо ли? Комплекты? Пойдем, что здесь... Тут у нас здесь тоже есть вот. А, ты имеешь в виду на это? Можно? Можно, конечно. Ну, здесь опасно, здесь вот этот закупка опасная. Я знаю, сколько раз там людей встречал один. Ну, а я в этом ошлось. Пойдем. Хорошая закупка. Быстрее найдем, быстрее умрем. Кстати, там засесть можно. Я куплю этот. Дропбокс, а потом пойдем на амуниции, если хотите. Я пластинку куплю себе, у меня нету ни одной. Тогда, наверное, пластинки дрона я куплю. Хотя пластинки. Контракт есть какой-то. А чё, блин, я парню я завал. Я наверху не мог пластинку одеть. Спустился вниз, а не смог одеть. А Джавелин, если его просто подобрать, он не забирается ракета? Нет. Флажки рекон. Можно, конечно, попробовать сейчас задронить, зареконить. Дроны есть? Да. Есть у меня. Ну, читаешь? А, ты имеешь в виду такую дрону? Постреляю. Все, добили. Как назло, вижу одного. Сильно умышленно один. Всего двое, по-моему. Погоди, так я не расправил. Под башней. Да-да. Бомбардировка. На нас, выходим. Бегим. Блин, грузовик едет. Тихо. Полежим. Дрон опускаю. Ага. Попробуем на гору, я думаю. Сейчас, погоди, у меня готовка. Нет, это ракеты. Это из ангара, это не сзади, все нормально. Они там сидят. Один на кэтлоке. Один упал. Можем поджать, блин, легко всего. Вон Факс уже там. Они будут подниматься сейчас. Разотка. Не знаю, погоди, не поджимай. Пускай. Сейчас вот за забор встречусь. Подо мной есть тело. Да-да, они вот там сидят. У меня С4 есть, погоди, прикрой, такет. Сейчас будет заброс. Тяжело есть. Попал, но не убил. Там один дохнутый. Вырываемся? Да. Еще один. Теперь меня тоже нокнули. Я уползаю. Вот. Успел. Где-то тут где-то. А, это гранат. Смотри.
Пометил его. А мы все, мы лежимся. Окей, I've got you. Ботинки вас ставлю, не раз. Противные люди, а? Так, так это у тебя там карта? У меня. Беги. Откуда? Беги, отходите назад. Пакет. Давай. Пойдемте, все. Факс. А. Здесь. Одного угол, все. Тимбайп. Снаружи, прям там, выходишь и сразу, да, прям не смотришь. Слушай, я как на улице что-то поставить. Сейчас. Они к нам будут поджиматься. Давай поменяемся местами. Погоди, мы можем, в принципе, знаешь чем? Нас отсюда подожмут, пойдемте, отойдем обратно. Пойдемте туда, пойдем, нахуй. Сейчас. Через окно прям сваливай оттуда и все. Прикройте. Это слева. Погоди. Еще есть? Где он? Он один был. Такое ощущение. Нормально. Я не вижу никого. Хорошо, все. Так, пластинки покупаю. Скидываю деньги, купите попрова. Опа, UAV там есть. Кого-то было, побежал я. О, все, Airstrike взял. Так, что у нас? Мы, в принципе, по-прежнему в зоне играем. Нам надо либо к краю зоны переместиться, где-то надо начать. Я одну оставляю там. Погнали, а вот обратно в карьер, мне кажется, туда зона уйдет. Жаль, река. Опа, это с карьера, справа, тихо. Справа. Опа, сверху. Ракетка, пометка, да? Это зона? Вот здесь, вот где-то вот. Понял. Не вижу. На крышу, он сейчас может выйти. Не, погнали отсюда, погнали. Вон, можно джип взять, объехать. Надо сваливать. Вот здесь плохая точка. Все, садимся. I'll drive. I'll take off. Просто будет, мне кажется, на карьере. Просто мы в другой дом пересядем. И сюда можно. There, можно, конечно, туда. Ноги там. Дрон запускаю. Ага, вот. Что у нас тут? Ряд, да? Ну да, можно вот это, он скорее всего где-то крыша сидит, вот там, где мы изначально планировали, можно попробовать его уработать. Мне кажется, он высоко сидит, там, это... Ассигнация белая, сейчас если что, его попробую снять. Сейчас, тихо. Дай. Да, это он. Я ракету сейчас туда кину. Ракету отходи. Сейчас он не видел, откуда она. Ирина должна прилететь ему. Давай. Не. С другой стороны, но он по-прежнему там сидит, вижу его. Мимо. Попадание. Ах, факс. Прямо это сел. Там он снизу. Вот здесь. Побежал, ладно. Будешь? Так, а он один, да, скорее всего. Got gas inbound. Safe zone relocated. Мы здесь хорошо, в принципе, находимся, нас здесь особо ничего не подожмет в спину. Это уже радостно. Вон гора другая. Вест, запад. Очень далеко я даже стрелять не буду. Все равно ничего не сделаю. Башня. Там вот двое. То же самое, наверное, играют на выжидание. Да, вон они там сидят, слишком далеко.
Мне дать нечего убить. А ракет нет, у кого там за ночь? В принципе, можно попробовать обойти вот так вот по карьеру и поджать вот эти сады. Можно. Давайте займемся, потому что сидеть смысла нет. Мы не раз как раз вот по той стороне вот отсюда людей выкуривали. Шли. Раз уж мы тут все равно, можно сказать, оказались на супер-пупер стороне. Где нас никто все равно не подожмет с другой стороны, можно. Мы можем сейчас на таких же встретиться. Ну, бывает, ну, чтобы мы тогда вышли победителями. Туда. Нас быстрее эту глаз закроют. Да, я думаю, что не закрыли. А, 3 минуты. Да. Но... Конец четвертый, и он закрывается. 3 минуты можно на это, на капслоке показывать. Еще. Тихо, дайте сейчас залезу, может. Что-то есть вкусное. Постоянно на нашем капслоке сомневался. О, это где? Погнали, это ничего. Пойдем. Идем. Не знаю, предположить. Ага. Вон один. Бегает. Moving. Одни спустились, скорее всего, значит. Нам на следующей волне тоже придется спускаться. Посмотрим. Вопрос, куда будет сужаться? Тут предсказуемо, куда будет сужаться. Ближе к центру. Ага, нет. Слышите? Это башня. Вот это башня была. Можем поджаться. Сейчас, подожди нас. Ничего, здесь ничего не будет. Я там уже посмотрю. Так, это моя штука. Gas is moving in. New safe zone located. Да, вон они прям. Только аккуратнее. Справа поднимается один. Контакт! Ага, блядь. Ша-ша-ша. Ага, пускай их добьют. Я это да, я страйк дал туда. Здесь прямо ушели. Докеды переходим. Я двоих нокнул там наверху на машине. Килл пока не засчитался. Там снизу еще поднимался чувак. Во-во-во. Контакт! Тяжелая. Больный. Умерший. Упавший близко был. Moving. Может поджимают уже. Попробуй его чуть-чуть поджать. Все, он добитый. Развал. Хорошие, неплохие стволы, газовые масочки. Ну, ребята, на... вон, кстати, смотрите, все тут много. Хорошие, вот. Я снайперку у них возьму. Ну, я снайперку, я тоже хочу, если не убиться. МП7, не люблю, все это возьму пока. Так, вместе пистолета. Вот снайперка. There's a sniper rifle here. Он снайпер меня целится. Вот. Снизу, понял. Снизу, снизу, снизу. Вижу. Он мне попал. Он. Я по нему тоже. В два ствола, давай, он там. Ушел вниз. Не вижу его пока. Машинка сзади, машинка сзади. Квадрик, давай уработаем. Даун. Он нокнут, еще машина едет. Есть джабель или что-нибудь такое? Вышли из нее? Нету. Смотрите, нас еще сзади снайпера поджимал. Чтобы он это убежал. Где они там? Стоп, я 4. Я тупанул, у меня они на перезарядке. Мы сейчас...
Что там? Прилетело там что-то. Вон, 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 бегут. Moving. Одному сбил бомба. Один упал. Всё, отлично. Убили. Остальные вот здесь. И как мы все прекрасно понимаем... Опа, там снайпер в доме. Пробил. В каком? В том же? Вот-вот-вот, прям окно был. Второй этаж. Я его броньку сбил. Еще вдалеке один. Во-во-во-во. Вон он, да. Попал. Сбит. Лежит. Попробую, не знаю. Во, еще здесь в окно просветился чувак. Чувак убегает. Куда? Направо. Как из нас? Двое. Один упал. Давай. Очень близко, отползай. Вот это нас жестко поджали. Было близко, броньки есть? Они сейчас пойдут эти. Они сейчас пойдут. А им забираться нельзя. Пластинок нету этих уродов. А да, по зоне сейчас пойдут. Вижу, вон один бежит. Они в машину садят. Ракет нету? Нет. А, по ним еще далеко стреляет. А, это к нам они на вертолете прилетели. Сзади который. Ах, ё-моё, вот там один лежит, чисто. Попал. Зона на нас будет сваливаться. Еще там есть. Да, понял. Ну их надо там сейчас всех принимать. Пока они пластинки. Ах ты, не успел. Но, короче, у них сейчас будет там полное веселье. Только дропу надо все упал. Второго, который был упал. Чтобы посмотреть, так патроны еще. Он тело. Мимо. Прям за ним. Не-не-не, рано нет, еще. Нет. Надо принимать. Какое железо пока горячо. Творится. Там-то мы всех забрали с краю, который шел. Да. Так, у нас снизу там двое. I see movement. Вот здесь просветились. Вот этот человек. На вагонах просветились. Не вижу. Или что-то надо... Не поставил метку там, где они просветились. К зону пошла. У нас прям... Вон вижу одну. Промах. Сейчас на низ выйдет. Да, сейчас выйдет. Зона близко. Все, лежит. Отлично. Еще там бегут. Вот там где-то. Левее только от пометки. Там где-то. Moving. Я тебя понял. Вон, да. Жду, Moving. Да. Вон там зона его поджимает. Мимо. Оп. Зона. Можно подойти поближе. Gas is moving in. You safe zone located. Так, ну что, у нас пока вверх. Один прям был снизу под нами. Вон они. На этих. Надо помочь им. Здесь. Вон они с вагонами, их прям слышно. Надо, пойдемте влево, переместимся вот сюда. И отсюда их вот здесь, у нас, в спине. В спине? Ну вот я пометил, я вагон не зашел. Ну он внизу, пойдем. Здесь тоже, вон, лежат люди. Один упал. Он сползает. Надо переместиться. Его сейчас будут поднимать, блин. Где-то между вагонами, по-любому. Ага, добитый. Вот здесь отсюда спокойненько здесь будем снайпереть, здесь отсюда вряд ли кто-то поднимется, и мы все просматриваем. Слева вниз. Умер. Бэппола есть. Ну у нас, в принципе, по сути, плюс. Так, у него там есть пластины еще. У нас на 120 тело. У нас одно тело осталось. Одно тело осталось, пацаны. 120, говоришь? Да, надо вниз прыгать, короче. Пора дорогу за этим, скорее всего. Прямо от меня. Вижу. Нет, не вижу. Да, вообще супер. Я не знаю, куда ты спать ложится. Так это уходишь, да? Да, рано вставать завтра.
У нас график поменяли. Сейчас пол первого, второй пол седьмого. Ой, пол восьмого. Тогда, мужики, спасибо вам за игру. Да, пойду я. Давай, до завтра. Все, до встречи. Все, давайте до следующего. Угу. Тоже все? Не, я бы передохнул в минус 5-10, я пришел бы заново туда поиграть. А, ну, думаю, в принципе, еще. А ты уходишь или играть? Не-не, я думаю, еще сыграешь. Найдем, особенно еще кого-нибудь. Подожди, там Вад с Тоуном сидят. Ну, если хочешь, иди к ним, если они не играют. Не, не-не. Я пас. Уже сыграно здесь. Не, я к тому, что я могу уйти, в принципе, там фильмец какой-то посмотреть, не особо горит с желанием. Да мне тоже. Да ладно, я смотрю, сейчас тоже искать уже на ночь глядя сложно, поэтому давай до следующего. Давай, давай, пока.